случайно нашли вот такой вот то ли замок, то ли вилла, очень старая. Но поменяем, она пластиковая. Наверное, все-таки живое место. Всегда было интересно, как людям живется в таких зданиях. Мы так часто проезжали через эту деревушку, находящуюся на окраине Зальфельда, и никогда не видели этого замка. К сожалению, в интернете есть не очень много информации об этом месте, но я расскажу все, что смогла найти. Вышли на маленькую площадь, и тут у меня разбежались глаза. Даже не знаю, что вначале снимать, то ли эту красивую церквушку, то ли замок. Название деревни, церкви и замка пошло от семьи Оберниц. Оберниц – это древний, богатый, влиятельный дворянский род в Восточной Тюрингии. Ветви семьи существуют и по сей день. Впервые замок башня Оберниц был упомянут еще в 1152 году. А лорды Оберниц были упомянуты в документах, датированных 1258 годом. Спустя около 300 столетий собственность лордов Оберниц перешла к лордам Тюны. Это произошло в 1534 году. Этот замок, хотя и нуждается в ремонте, по-прежнему служит резиденцией для нескольких семей. С 2004 года замок принадлежит семье Клема фон Хоенберг. Почему-то испытываю непреодолимое желание рассказать немножечко о семье, владеющей
этим замком. Хоенберг – это имя австрийской семьи, которая до 1919 года владела герцогским или княжеским достоинством в Австро-Венгрии. Они являются прямыми потомками наследника престольной четы Франца Фердинанда фон Остеррайх-Эсте и Софии Хотеф фон Хаткова, убитых в результате покушения в Сараево в 1914 году. И вот теперь кто-то из наследников этой семьи является владельцем этого замка. И вот замок находится в таком состоянии. А сами члены семьи живут в Австрии. Церковь располагается в этом месте с 12 века. Вот эта маленькая пристройка к церкви называется хор. Хор был построен в конце 15 века и в значительной степени сохранился. Также в церкви сохранилась чаша для причастия, построенная в 1350 году. И купель в виде кружки 1704 года. А резной алтарь Святой Марии, датированный 1505 годом, находится на хранении в музее города Зальфит. В 1891 году в церкви был установлен орган с 8 регистрами. Долгое время церковь служила местом захоронения знатной семьи Оберниц. Подписывайтесь на канал Тюрингия для всех и оставайтесь с нами.